проблема в бендерах. Почти во всех многоэтажках старые мусоропроводы. От этого в домах крысы, тараканы, повсюду неприятный запах. Люди жалуются. Вопрос накануне обсуждали у президента. Мусорокамера, да, в квартирном доме, один из подъездов. Это буквально увозили вчера мусор. Конечно, здесь будут и крысы, и тараканы, и блохи. Причина связана с тем, что есть в любом случае какая-то кормовая база. И как бы мы ни проводили дезинфицирующие мероприятия, это мы протравку тараканов, блох, мышей, и крыс, все равно они будут регулярно появляться. Бендеры. Дом по улице Калинина. Вполне обычная пятиэтажка. Если бы не запах мусора, он здесь повсюду. И не только он. Тараканы есть, но мы их травим, и нам помогают и санэпидстанция, и мы сами немножко дихлофосом пользуемся. И я вам скажу, что если чистят вовремя, никаких проблем нет. Просто надо думать и жителям, что туда выбрасывать, понимаете? Есть вещи, которые нельзя бросать. Жидкие вещи туда не бросают. Мусоропровод, у вас не проблемы в вашем доме? Проблемы очень хорошо, и слава богу, что он есть. И он, запаха от него сильного нету, и чересчур, скажем так, больших неприятностей тоже. Так. Закрывать его не хотите? Вот предлагаю. Ни в коем случае. Недалеко площадка с мусорными контейнерами. Но даже это небольшое расстояние многие пройти не хотят. Привыкли. Мусоропровод под боком. И все туда. Вот тоже один из примеров, как несознательные жильцы некоторых домов выбрасывают мусор. Видите, подушки, которые здесь не должны быть. Это кофеварка. 20 метров там стоит контейнерная площадка. Было, наверное, лень. Проще прийти и выбросить. Боль всех коммунальных служб. Мусорные заторы. Плюс еще дважды в год чистка подвалов и мусорокамер от насекомых и грызунов. Эффект ненадолго. Ну, он забит уже, видите? Забитый мусор. Это происходит регулярно в этих домах. Забивается регулярно. У нас есть на участках по два разнорабочих. Мы получаем практически с каждого участка по одному, по две заявки в неделю, когда мы выходим и пробиваем эти мусоропроводы. То есть для того, чтобы, потому что крупногабаритный мусор бросает. Это у нас сегодня упаковка и коробки, большие пакеты. Все это в целлофане. При этом общего мнения, закрывать или нет мусоропровод в своем доме, у многих жильцов просто нет. Слышал, от людей обижаются, что крысы есть. Запах плохой, да, бывает. Для меня, как для старика, вот это лучше, когда есть мусоропровод. Лично меня это устраивает. Готовы мириться с плохим запахом и крысами? Не готовы мириться, но мусоропровод нужен. И крысы, и мыши, и тараканы, что вы хотите? Ну, потому что мусор, там все же есть пожрать им. Проблема из-за мусоропровода? Ну, конечно, да, из-за насекомых, конечно, из-за них. Что вы считаете, надо делать с этой проблемой? Закрывать их. И ставить это, чтобы люди выносили мусорку. Это надо, во-первых, убирать отсюда, чтобы люди жили нормально. И не было, не будет такой ни вони, ни грязи, ничего не будет. Мусоропроводы нужны в доме? Не нужны. Не нужны, не надо и не надо туда. Надо носить у мусорку. Почему мусоропроводы не нужны? Потому что здесь тараканы, и мыши, и крысы, и все, что хотите. И воняет, так что ее надо убрать, и чтобы ее не было вообще. Вы готовы нести мусор на улицу, на площадку? Да. У нас на улице мусорный бак. В доме есть проблемы с тараканами, мышами, крысами? Нет, слава богу. Нам повезло. В Бендерах 96 многоэтажек, где такие старые мусоропроводы. И только в трех домах мусор выносят на улицу, в контейнеры. Так решили сами жители. Как пример, девятиэтажка по улице Ткаченко. А что у вас с мусоропроводом в вашем доме теперь? Закрытый, мусор все носят на мусорку. Вам удобно? Очень даже. Почему это решили сделать? Это жильцы? Потому что мусор воняет, все такое, антисанитария, что ж это? За безобразие. Когда в вашем доме закрыли, отказались от мусоропровода? Ну сколько? Года 2-3, может. Очень хорошо. Всем советую. Мусорокамеры здесь переделали под подсобки. Жильцы хранят здесь шланги для полива цветов и садовый инвентарь. Что делать жильцам домов, где до сих пор мусор проблема, обсуждали на совещании у президента. Вопрос должна решить СЭС. Если будет предписание, мусоропровод закроют, а во дворе сделают специальную площадку с контейнерами для сбора отходов.